На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портновик. Как я сюда попал? Товарищ боцман, а вы мне снитесь? Мы идем из Мельбурна в Владивосток. Это Желтое море. Да-да, это Желтое море. Почему я сухой? А он мокрый. Что со мной происходит? Это сон. Кот. Он остался там. Мой кот. Вира, Вира. Кот. Кот остался там. Он же погибнет. Не погибнет. Мы спасли вас 2 года назад, я помню. Я должен переплыть океан. Брехен, зидой. Осталось 500 миль. Парлебу франце. Я канадец. Я пишу книгу об одиночестве человека. А, do you speak English? Да. Я из Канады. Да. You won't enter, sir, aren't you? О, благодарю вас, вы очень любезный джентльмен. Но я должен быть рядом с моей ванной. As you like. А кто он такой? По-английски говорит. Непонятно. Я и так все понимаю. Ты мне снишься? А? Вы все мне снитесь. Может быть. Очень может быть. Но зачем же вы меня спасли? Но ты давал сос. Ну, я думал, что меня не услышат. Я же был один, один в океане. Слушай, а ты не марсианин? Да нет. Я никто. Я один в океане. А впрочем, это очень красиво. Марсианин? Да, я марсианин. Для тебя я марсианин. Ты не понимаешь меня, а я не понимаю тебя. Для тебя я марсианин. Мы все марсиане. Мы все голые в океане. Сейчас капитан придет, разберется. Да чего разбираться, он марсианин. Весь мир пропитан стронцием. Воздух, материки и раковины на дне моря. Везде стронции. И никто не может понять, какая стена разделяет людей. Кто ты? Я писатель. Я пишу книгу о том, как одинок человек. Понятно. А ну, расходитесь! Живо! А куда вы направились? Я уже переплывал Ла-Манш на гладильной доске. Не трогай! Я люблю его, потому что он ненавидит океан. Ванна. Ванна. Кошка. Кот. Танкер. Да. Слушай, будь человеком, объясни, что происходит. Позвольте, позвольте. Так. Но ты все равно меня не поймешь. Ест, ест. Все вокруг нас сон. Мы никогда не поймем друг друга. Нам нужно просто встретиться и поговорить. Зачем? Кошку замучил. Изверг. Люди далеки друг от друга, как звезды во Вселенной. Ерунда. Ничего подобного. Ты же тонул, а мы рядом оказались. Ты звал нас на помощь. Merci. И мы спасли. Мы спасли тебя. Значит, ты не прав. Пропаганда. Эй! Сейчас это модно, возьмите. Да-да, вам. Ну ладно. Пропаганда. Мне пора.
Майна! Стоп! Чао! Чао! Вы оказались правы. Что вы мелите, марсиане? Пришельцы из космоса. Нужно немедленно готовиться к встрече. В любой момент они могут оказаться здесь. Кто они, Карпухин? Я понимаю. Егор Петрович, вы сдерживаете свою радость. Я все понимаю. Я уверен, с ними можно договориться. Они говорят, в стену войти нельзя, сами все время притягивают. Успокойтесь, Карпухин. Они мне подействовали на психику, я вошел в контакт. Вы проверку локатора закончили? Вы делаете вид, что вы мне не верите. Да, я не верю. Я дурак. Надо было захватить что-нибудь из вещей для доказательств. Что ж получается, как с тем поляком? А почему из локатора дым идет? Наверное, горит мой полушубок. Сейчас это не имеет никакого значения. Егор Петрович, нужно готовиться к встрече. Вы мне действительно не верите. А это было. Было. Идем. А вы не верите! Слышите? Работает. Сейчас я попробую повторить, как тогда. С чего все началось? Я нарисовал корабль и хотел передать картинки в стену, и вдруг очутился в море. Думаешь, это связано с передачей? Ну, конечно. Дай попробую. Да подожди, ну что попробуй? Подожди. Лучше я знаю еще, вот сейчас. Ну подожди, я попробую. Ну что сейчас? Да я попробую. Ну что попробую? Убери руки. Да я же в море-то уже был. Ну подожди. Егор, стой.